Мы приехали в одно из самых моих любимых мест в Корее. Хангук Минсокчон. Это такая старинная деревня корейская. Очень огромадный парк. И вот мы сегодня с Ангелишкой будем гулять. Ангелина в ханбоке, так как в национальной одежде вход, на вход здесь скидка. Там, да? Пойдем. Поэтому здесь много людей в ханбоках. Во-первых, здесь и пофотографироваться в них интересно, и скидка плюс к этому. Таким образом стимулирует, чтобы вот такая вот красота в парке была. Сегодня у нас пасмурно. Это хорошо, потому что когда яркое корейское солнце светит прямо в камеру, мало чего видно. Сегодня прекрасная погода, очень тепло. Сейчас, наверное, 27 градусов, и при этом нет палящего яркого солнца. Сегодня будний день, сегодня вторник, и вот столько народу. Очень много, конечно, иностранцев, но и самих корейцев много. Очень много здесь еды традиционной корейской. Вот это все ресторанчики, и это только начало. Самый большой такой фудкорт, он находится в конце этого парка. И мы туда обязательно, конечно, сходим сегодня. Традиционным образом готовят рис вот в таких вот чугунках, в каменных. Такие столы в традиционном стиле. Вон сколько ребятни привезли, школьники. В школе детей постоянно куда-то вывозят в Корее. И в садике, и в школе. Здесь есть вот такой вот камень желаний. Можно написать какое-то свое пожелание и привязать сюда. Исо. Как ты иди, Исо? Кокирёпсо. Это деревня, вписана в такую живописную природу, вокруг горы, очень много зелени. Самое красивое время года здесь осень, конечно, осенью. Здесь просто сказочные какие-то пейзажи, виды. Вот, меня вы спрашивали показать вам не дворцы, именно королевские, а то, как жили обычные люди. Вот так вот и жили. Здесь полностью воссоздана атмосфера тех времен. А здесь вот демонстрируется, из чего делали крыши. Вот так вот из коры, из соломы. Это вот более дорогие дома. Черепица из такой. Вот из дерева, из камня. Тут вообще сено какое-то. Самый, наверное, дешевый вариант. Вот так вот выглядели корейские избушки. Здесь также проходят всякие чехомы. Это как называется? Такой мини-музейчик тут. Глиняные горшки. Посуда корейская. Вот так вот выглядела комната. Чем-то азиатский стиль, он похож между собой. Во всех странах, да? Также здесь можно купить ручной работы посуду вот такую вот корейскую. Горшочки. Вот так вот делали пасту туньчжан. И, кстати, ее здесь тоже продают. Пасту туньчжан ручной работы. Кимчи вот так засаливали. Ну, окошка такого не было, просто здесь делали как показательно, как она там укладывалась в этот горшок. Вот, кимчи бывает разное. Она бывает острая, не острая, из капусты, из редьки, из лука, из всего, чего хочешь. Кимчи — это сам способ вот такой вот
засолки, закваски, засолки. И кимчи может быть, да, из разных овощей. Из огурцов. В общем, из всех овощей может быть кимчи. Ну, кроме, наверное, каких-нибудь там кабачков, баклажанов. Так, туда вот у нас идет чехумджан, где можно своими руками детям что-то поделать. Вот таким образом делали муку. Рисовую муку. Бедные дети даже вдвоем не могут сдвинуть с места. Обалдеть, не встать. Все стилизовано настолько, что даже уборщики мусора, видите, ходят в национальных таких вот одеждах. Это реально создает атмосферу такой вот древней Кореи. Единственное, мы, конечно, надеялись, что в будний день будет мало народу, и мы здесь отдохнем, так сказать, но не срослось что-то. Даже в будний день в Корее везде полнейший аншлаг. Вот такая вот изгородь. Видите, деревня очень огромная. Обычно мы ее, конечно, никогда всю не обходим. Идем только по центральным каким-то улочкам. Потому что всю ее обойти просто нереально. Вот она, традиционная корейская система ондоль. Раньше отапливали так дома. И теплые полы в Корее были издревни. В отличие от Японии, Корея в этом плане прям вообще супер какая продвинутая. В корейских домах, как вы знаете, всегда теплые полы. И это очень-очень-очень комфортно. Вот так кухонька здесь прям. Прям и рыба тут тебе, и перец горький лежит. И вот так вот раньше выглядела кухня. Там дровами, видите, печка такая топилась. И из этой печки под полом, под всем жилищем проходили такие трубы, и пол становился теплым. Поэтому спали на полу из древней, испокон веков. Так вот выглядело пространство, где вся семья собирается и принимает пищу, просто общается. Самое большое пространство в корейских квартирах – это вот этот вот зал, холл. Йоги Джеми опсо, Анжелина? Джеми иннэнде? Тут вот какие-то хранилища. Ирива, она мне сейчас всю душу вымет. Ей, конечно, это неинтересно все, Ангелинке. Ей скорее хочется на аттракционы. Или уж на худой случай животных посмотреть. Но никак не на это. Ну так вот все с детьми. С детьми всегда так. Вот так выглядел коровник. Ну, в принципе, коровник как везде, да? Коровник. Да и коровник. И запах здесь соответствующий. Вот такая вот дровница, поленница, или как она называется-то. Я даже таких слов-то и не знаю. Грядочки вон идут. И горы. Вот так выглядел туалет. Сейчас молодежь корейская смотрит на это и прикалывается. А в России до сих пор такие туалеты есть на дачах, да? У нас, по крайней мере, на даче такой до последнего был туалет. Арасо. Как по мне, безумно уютно. Я с удовольствием сейчас, наверное, отдала бы все, чтобы пожить в такой вот уютной, классной деревеньке. Понятно, что свои были неудобства. Но в этом весь прикол, весь кайф. Вот видите, в пределах одной улицы такое было классовое неравенство. Вот дом обычного жителя, а вот это уже богатого.
Такое различие. Видите? Вот это и это. Есть контраст? Есть контраст. Но я даже не скажу, где мне больше нравится. Для меня вот это даже как-то роднее. Роднее как-то прям. Да. Здесь вот можно в традиционном корейском стиле, как в старину, покрасить платочки. Здесь только органические краски из каких-то цветов, из каких-то ягод. Получаются вот такие вот платочки можно себе сделать. Так, что там? Мы только ушли оттуда, там, по-моему, танцы начались. Так, ну ладно, здесь все равно не узреть. Смотрите, здесь такое есть шикарнейшее озеро, по которому вот на лодке на такой возят всех желающих. Вон она туда далеко-далеко уходит вглубь, эта деревня, в горы. И мы бы туда пошли, если бы не некоторые, которые уже просто изнылись от постоянной ходьбы. А я бы здесь жить осталась, реально. Самое-самое мое любимое место в Корее. Особенно, когда здесь людей нет, и здесь вообще рай. Божечки мои. Это невыносимо красиво. Жили корейцы, жили в древности шикарно. Пионы уже отцвели. Господи, какой запах. Какой запах. Пион тоже в Корее считается национальным цветком. Очень его здесь любят. Но в основном вот такой древесный, таких вот букетов из пионов, как в России продаются, в Корее вы в цветочных не найдете. В основном только вот такие кустовые или древесные, как они называются, древовидные. Такие вот в основном только пионы здесь. А это ландыши, по-моему. А здесь еще магнолия даже не отцвела. Ничего себе, она уже вообще везде, везде, где только можно было, она везде отцвела. А здесь еще вон даже не опала. Надо же. Что тут с ней делают? Видите, везде можно посидеть вот так вот. Что мне нравится в корейских вот таких вот парках, музеях всех, это то, что полное идет взаимодействие людей какими-то культурными объектами. Ничто не запрещается. Так, а тут кто-то свои мочалочки для рекламы фотографирует, видимо. На сайте потом выложат и будут продавать. Сейчас все аджумы, которые сидят дома, они все занимаются интернет-шоппингом. Тут вот показано, каким образом выращивают рис, рисовые поля. Система тут такая не из простых. Довольно интересно. Такая вот система полива интересная. Арыки такие, да? В Казахстане тоже. Арык, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. О, здесь у нас коровка. А тут есть лошади. Здесь с ними шоу показывают иногда. И вот так можно прокатиться. Вот так вот можно прокатиться на лошадке. Здесь монгольские
лошадки и граждане, так сказать, Монголии здесь показывают шоу на этих лошадях и потом вот так вот катают людей по кругу. Очень скучное занятие, скажу я. В Корее не разгонишься, это в Казахстане можно в каком-то парке, да, взять лошадку и погонять как хочешь на ней. В Корее такого нигде практически нет, только для профессионалов, только во всем обмундировании. И пока работники не увидят, что вы вообще профессионалы, профессионально ездите на лошади, они вас вот так вот никогда не отпустят одного, так сказать. Безопасность здесь вообще на каком-то... Иногда аж прям раздражает, но с другой стороны, безопасность превыше всего, ничего не поделаешь. Потому что если в Казахстане вы упадете с этой лошади, навряд ли кто-то будет за это отвечать. А в Корее очень-очень-очень строго с этим. Ответственность понесут все. Вот такие интересные клумбочки здесь, видите? На черепице, на горшках, какие-то бонсайчики, какие-то цветочки. Чего только не придумают эти корейцы. Креатив во всем просто. Это традиционная корейская сладость. Йод называется. Делают из риса. Очень сладкая, похоже, знаете, на какую-то нугу. Нуга такая вот, да, вот белая, тягучая, потом она застывает, как и рис такой твердый. Очень вкусно, но очень неблаготворно влияет на зубки. Как-то я подсела на него и прям вообще не могла остановиться, ела каждый день. Ела, ела, ела. Потом меня начали болеть зубы от этого, так как она очень тягучая штука, как и рис. Там вот опять какие-то идут. А, здесь проводят свадьбы, кстати. Здесь традиционные свадьбы проводят. Тут вот снимают всевозможные, конечно же, дорамы, как обычно. Фильмы, сериалы. Исторические, корейские. Деревья здесь просто какие-то космические. Что увидела там? А, она потерялась. Зовет меня. Прикол. Тут свистульки продаются. Тут все дети. Сачка? Ну, конечно, кто бы сомневался. По 2 рубля всего. Кулёбахана. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы дало мне поснимать. А, здесь очень много народу, потому что мы подходим к едальням. К едальням, к фудкорту огромному, преогромному. И тем не менее, всегда завитому до отказа. Как приехать сюда и не поесть вот этой традиционной кухни? Конечно же, все здесь в основном едят. В этой атмосфере поесть просто... Не поесть, в общем, преступлением будет. Наш соловей там пока заливается. Можно поснимать. Тут опять какая-то акция. А, здесь что-то самим можно пожарить. Что здесь жарят, интересно? Такая закуска. Я не знаю, с чего она сделана, по-моему, из какого-то рыбьего теста. Я такой ни разу не пробовала. Вот такая здесь кухня, традиционная деревенская кухня. Вот так выглядит туалет со своим мини-садом. В таком туалете можно жить. Паприка, панганджанга, эги стасо. Паприка, эги? Паприка, эги, бусын эги, а?
몰라. 몰라? 어. 파프리카 아니고 아프리카지. увидела темнокожих детей в туалете. Сейчас, говорит, там паприка, говорит, дети. Из паприки. Ой, я не могу на ней. О, рассосалась очередь. Круто, круто. У корейцев все по расписанию. Когда обед закончился, тут никого нет. Заказали еду. Чапче бибимбап. Рисовую брашку, конечно же, мне. Как антистресс. И сидим вот в таком живописном месте. Обедаем. Кому что, кому на природу любоваться, а кому-то тупо в телефон только. Что за современное поколение? Когда я все это выпью? Так жалко, в Корее все такими большими порциями. В одного, конечно, не справиться. Я себе заказала еще одно обалденное блюдо, потому что с брашкой вот с этой вот, с макколи, лучше всего есть вот это тоторимук. Это желе из желудей, с овощами, с кунжутным маслом, с каким-то остреньким соусом. Йошамалло. Панепуру, панеапу이고요. 그래. 요샤말로. 요샤말로는 나라 말이야? 미국 사람? 미국 사람? 그럼 아니. 엄마가 미국 사람이야? 아니. 그럼 어디 나라? 사람. 요샤? 요샤. 요샤 사람이야? Роша, а не Гуёша? Имитация острова Чеджудо. Там все заборчики на этом острове выложены из таких лавовых камней. Сейчас, как вы знаете, эти лавовые камни используются в ландшафтном дизайне в каких-то современных дворах. В общем, это такой... Это такая визитная карточка Кореи, острова Чеджудо. Вот. Как вы знаете, Чеджудо образовался из вулкана. И там очень много вот таких вот лавовых камней. Иди сюда! Ты что там, опять мочишь муравьев? Ангелина! Ну ты прям как я в детстве. Я тоже в детстве любила мочить муравьев. Ну нельзя так делать, котенок. Тетки угорают. И вот здесь, значит, мы видим, как жили на острове Чеджудо. Аратаго. Она не дает ни слова сказать, ни шагу не ступить. Мам, купи мороженое. Мам, пойдем кататься на поезде. Мам, мам, мам. Я надеюсь, когда-нибудь я одна сюда приду и отдохну наконец-то. Здесь вот эти вот знаменитые черные свиньи с острова Чеджу. Вот они какие. Ой, какие они холесенькие. Прямо как наша тубу, только черные. Хочет посмотреть. Иди сюда, там ты не увидишь ничего. Спят они, свинки, видишь, спят. Эти, короче, свинки, они росли, содержались в туалете. Вот так выглядел туалет. И все вот эти экскременты человеческие, вот эти свиньи в них жили. И это считается самая-пресамая вкусная свинина в мире. Ну, корейцы так считают. И ее можно отведать на острове Чеджу. Сейчас, конечно, сейчас этих свиней...
держат в обычных условиях, но порода, как говорится, осталась породой. Вы? Ой, такие свиночки, да, розовенькие? У нас розовенькие, эти черненькие. Пойдем. 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 Еще раз скажи, пойдем. Пойдем. Здесь вот идет открытый такой музей, но мы туда не пойдем. А если вы будете здесь, обязательно сходите, там очень интересно, и обожаю этот музей. Сколько раз хожу в него, столько и еще бы столько же ходила. Реально целый город, огромный-огромный город. Просто приходить сюда на целый день. Не знаю, почему сегодня столько народу. Обычно в будние дни с туристами, вот я сколько ходила, никогда не было столько народу. Не знаю, что случилось. Внезапно всем интересно стала история в Корее или еще. Никаких скидок особых сегодня нет. Остались в этой деревне и какие-то очень старые древние постройки. Не только реставрация, не только новострой. В таких беседках отдыхают люди. Это, конечно, уже все новострой под старину, но все равно это так сделано, это просто великолепно. Уборка мусора. Ангелина ни одной не попала. Ангелина впервые плавает вот так на лодке, чтоб не корабле, а прям на лодке по воде. И говорит, ой, она так качается, так качается. Чуанжли, чиназа. И эти, знаете, водомеры бегают по воде, как в детстве. А? Кре? Хватит, говорит, наклоняться, а то лодка перевернется. Ой-ой-ой. Господи, как красиво. Господи, как красиво. Господи, как красиво. Вот и моя умничка. Ну все, в Рашу поедешь, научишься говорить. Реально страшно. Боже.